Таулина Альмира из Узбекистана. Мы делегация участвуем в республике, участвуем на конференции с большим удовольствием и принимаем участие в этом вдохновляющем мероприятии, как сеть женщин сектора развития МСМ. Данное мероприятие и вообще начинание этого движения очень сильно вдохновляет женщин всего мира, в том числе и Узбекистана, потому что дает возможности раскрытия всех потенциалов, которые имеют и женщины в профессиональном росте и возможности улучшения этого мира, особенно в сфере телекоммуникаций. И поэтому хотела бы сказать огромное спасибо МСЭ за то, что они уделили этому внимание, этой инициативе создания сети женщин МСЭ, которая много дает возможности всем нам продвигаться к миру, содружеству, взаимодействию и улучшению этого мира для всех, в том числе и как женщина, которая может передать все эти знания своим детям, своей семье. И вместе мы можем достичь огромных успехов. И хотела бы сказать, что в нашей стране тоже очень много делается таких мероприятий для повышения потенциала участия женщин в развитии телекоммуникаций. Открываются учебные центры обучения молодежи, женщин, выдвигаются на посты в государственных органах много женщин. И руководство страны уделяет огромное внимание этому движению, роли и правам женщин в развитии как нашей республики, так и участие в международной деятельности.